Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем номер 504. Вычислить. Запишем А. Минус 1 третья плюс 2 трети. Сложение дробей с одинаковым положительным знаменателем. Знаменатель оставляем тем же, а числители складываем. Минус 1 плюс 2. Числители сложения чисел с разными знаками. Из большего модуля вычитаем меньший модуль и ставим знак большего модуля. Знак большего модуля плюс, от двух отнять 1 будет 1. Получаем 1 третья. Б. Минус 1 четвертая плюс 3 четвертых. Опять сложение чисел с одинаковым положительным знаменателем. Знаменатель оставляем тем же, а числители складываем. Минус, который у нас перед первой дробью, можно поставить числители. Получаем минус 1 плюс 3. В числителе сложение чисел с разными знаками. Используя правило сложения чисел с разными знаками, получаем числители 2, знаменатели 4. Можно дробь сократить на 2. Получаем 1 вторую. Г. В. 1 пятая плюс минус 3 пятых. Знаменатель тот же, раз у нас одинаковый положительный знаменатель. А числители складываем. 1 плюс минус 3. Сложение чисел с разными знаками. Используем правило в числителе. Получаем минус 2 в числителе. Знаменатели 5. Минус можно подставить перед дробью. Будет минус 2 пятых. Г. 3 седьмых плюс минус 4 седьмых. Знаменатель оставляем тем же. 7. Числители складываем. 3 плюс минус 4. Сложение чисел с разными знаками. Оставляем знак большего модуля. Минус числитель. От 4 отнять 3 будет 1. В числителе получаем минус 1, знаменатель остается 7. Минус перед дробью, если поставить, то получаем ответ минус 1 седьмая. Д. 8 тринадцатых плюс минус 12 тринадцатых. Знаменатель тот же, 13. А числители складываем 8 плюс минус 12. Числители сложения чисел с разными знаками. По правилу сложения чисел с разными знаками получаем минус 4 тринадцатых. Минус ставим перед дробью и получаем дробь, перед которой знак минус 4 тринадцатых. И последний Е. 19 двадцать пятых плюс минус 24, 25. Знаменатель тот же, 25. Числители складываем. 19 плюс минус 24. В числителе сложение чисел с разными знаками. Получаем в числителе минус 5. Знаменатель остается тот же, 25. Минус перед дробью. И 5 двадцать пятых можно сократить на 5. Получаем 1 пятая. В итоге получаем минус 1 пятая. Мы выполнили действие в номере 504. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.